Геройски погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 15 сентября прошлого года Аслану Динаеву в его родном поселке Майский в школе, где он учился, Аслану Маратовичу посвятили турнир по тхэквондо. На спортивное состязание собрались спортсмены из Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Из Прикубанского района репортаж Аллы Динаевой. В этот солнечный, по-летнему теплый день, улыбаясь с фотографии, на собравшихся на турнир, посвященный его памяти, смотрит Аслан Динаев. Когда в школе поселка Майский открывали эту мемориальную доску, после мероприятия специальный корреспондент программы «Вести» Карачаево-Черкесии Артур Мхце написал стихотворение «Письмо», которое он посвятил участнику СВО на Украине Аслану Динаеву. «Жаль, не я тебе расскажу. Вновь за мужество взял медаль. Ты прости, что теперь гляжу свысока, неподвижно, вдаль». Участвовать в соревнованиях команды спортсменов приехали из Черкесской, из Сюнтуков, станицы Суворовской. Пришли и дети, которые занимаются тхэквондо в школе поселка Майский. «Хочу пожелать всем ребятам успехов сегодня, всем ребятам занять призовое место, насколько это возможно. Приветствую всех участников турнира, посвященного Динаеву Аслану. Он был достойный человек, достойный воин. Желаю вам всем удачи, побед. А те, кто проиграет, пусть не отчаивается. За каждым проигрышем идет победа». После торжественного открытия участники, их тренеры и, конечно, болельщики переместились в спортивный зал школы, где и начались соревнования по формальному комплексу «Толь». 50 спортсменов в возрасте от 5,5 до 14 лет в 13 весовых категориях и 11 возрастных группах показывали свое мастерство в боевом искусстве. Аслан Динаев получил юридическое образование, служил в армии по контракту, а когда началась спецоперация, он участвовал в ней с самого начала. В июне прошлого года Аслан был ранен, но не остался дома, чтобы восстановить свое здоровье, а в скором времени вернулся в зону боевых действий. За мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Но, к сожалению, его последняя командировка завершилась трагически. Посмертно Аслан Маратович награжден орденом мужества. Аслан был хорошим сыном, братом, любящим мужем и отцом. Любил спорт и занимался боксом, и побеждал на различных соревнованиях. Организатор турнира памяти Аслана Динаева и спонсор соревнований Рустам Халкичев. «Аслана я знаю с самого рождения. Мы соседи. Я знал его, как он родился маленьким, и вот до того, как он ушел воевать. Ну и хороший был парень, сам занимался спортом, любил спорт, награды имел». Соревнования продолжались несколько часов. Внимательно следили болельщики, а важные слова поддержки тренеров перед спаррингами подбадривали и помогали одолеть соперника. И после обеда определились победители. Чемпионам турнира по тхэквондо памяти Аслана Динаева вручили грамоты, а победителям в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику» и спортсмену, получившему приз зрительских симпатий, Людмила Динаева, мама Аслана, вручила сертификаты на приобретение формы и экипировки. «Спасибо всем огромное за то, что вы приняли участие в этом турнире. Огромное всем спасибо. Дай Бог всем здоровья». Анна Фетисова из Майского победила и получила сразу две медали. «Конечно же, гордость присутствует, потому что это такой подвиг совершил человек. Вот. И меня сама берет гордость за то, что я выиграла на этом турнире, посвященный вот Аслану Динаеву». «Всем хотелось сказать огромное спасибо. И как можно, пожалуйста, привлекайте детей больше к спорту, патриотизму, чтобы у нас было на кого положиться и у нас был хороший тыл». Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия, поселок Майский.